find me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can write all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что нашли время, чтобы посмотреть это видео. Как вы уже поняли, это будет влог, влог обо всем. Я сегодня во время завтрака решила посвятить немного времени себе, покушать спокойно, никуда не торопясь, обдумать свои планы на предстоящие дни. Но в любом случае, мое утро не обходится без домашних дел, поэтому прежде чем пойти завтракать, я уже запустила стирку. Стираю сегодня постельное белье. Пока я готовила завтрак, потом убирала после завтрака, машинка успела все постирать, поэтому снимаю высохшее белье и вешаю новую партию. А сегодня у меня в планах съездить по магазинам. Я так давно не была в различных магазинах типа Фамилии, Ленты, вот таких вот, знаете, где можно много чего посмотреть для дома, поэтому сегодня хочу съездить, но так как я уеду и не знаю, во сколько я вернусь, мне нужно обязательно приготовить обед. Поэтому сейчас развешиваю белье, приготовлю обед и поедем с вами по магазинам. Хочу вас взять с собой и потом уже покажу вам то, что куплю. Надеюсь, что найду что-нибудь интересное. А я сейчас буду варить грибной суп. У меня муж вчера принес с работы несколько грибов, там, наверное, штучек 10. Он куда-то по работе ездил за город, остановился в лесу и нашел, в общем, эти грибы. Гриб, который он принес, называется маховик, и у нас именно разновидность зеленых маховиков. Я уже почитала про них, на самом деле в этих грибах нет ядовитых, есть очень много разновидностей подобных грибов, и почему-то на них редко обращают внимание. Самое интересное, что как только с этим грибом соприкасается вода, он начинает синеть. Я уже почитала, как готовить. Сейчас залила кипятком минут на 10, и аромат, который стоит на всю кухню, это просто не передать словами. Так что все, сейчас я уже приготовила овощи, начинаю готовить. Ничего сложного в приготовлении этого супчика нет, но знаете, когда надоедают избитые щи-борщи, то хочется приготовить что-нибудь вот такое вот интересное, тем более, что сейчас как раз осень, это, мне кажется, как нельзя лучше подходит для грибных супов, тыквенных супов, каких-то запеканок и такого всего. Поэтому все, переходим к приготовлению. Надеюсь, что я вас тоже мотивирую на приготовление какого-нибудь интересного неизбитого блюда. Девчонки, а сейчас, пока я буду готовить, здесь, в принципе, нечего комментировать, все абсолютно наглядно видно, поэтому я хотела с вами немножечко поболтать. В частности, я хотела бы ответить на вопрос одной из моих подписчиц. Она мне задала вопрос, почему я завела новый канал, почему я перешла на этот канал, хотя, в принципе, тематика одинаковая. И я обещала ей ответить в одном из своих видео. А если у вас тоже есть какие-нибудь вопросы ко мне, что-то хотели бы узнать, то вы можете написать этот вопрос в комментариях под этим видео, и в одном из следующих видео я также на него отвечу. Так вот, первая причина, почему я завела новый канал, хотя старый канал я вела на протяжении 4 лет, это смена тематики. Мой старый канал был на бьюти-тематику, изначально была именно эта тематика, и YouTube, к сожалению, такая машина, что если ты через какое-то время
время начинаешь менять тематику блога, то он перестает тебя ранжировать, перестает тебя показывать, потому что изначально ты зафиксирован у YouTube вот в этой машине как бьюти-блогер. Я на самом деле очень люблю бьюти-тематику, все, что связано с косметикой, но я, наверное, переросла, не знаю, мои приоритеты в жизни поменялись, и поэтому мне захотелось снимать вот такие вот более домашние, более женственные, женские видео про уют, про организацию дома, про быт, про готовку, про уборку, в общем. И для того, чтобы хорошо продвигались видео, не буду скрывать, для меня, конечно же, как и для любого блогера, это очень важно, чтобы видео ранжировали, чтобы они продвигались, чтобы у них было большое количество просмотров. Именно для этого нужно было завести новый канал. Ну и вторая причина, почему я завела новый канал, наверное, она более главенствующая, это причина отношения к аудитории, уважения своей аудитории, потому что та аудитория, которая пришла и подписывалась на бьюти-тематику, ей не интересно смотреть мои видео с уборкой и готовкой. Поэтому я уважаю своего зрителя, а пока я с вами тут болтала, я уже перешла к разбору своей аптечки. Сейчас кое-что переложу из пакетиков, потому что когда мы переезжали на эту квартиру, я часть лекарств брала просто в пакетах. А сейчас привезла свои коробки из старой квартиры и буду формировать свою аптечку, перекладывать, ну и заодно пересмотрю сроки годности. Так вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, я уважаю свою аудиторию, и поэтому мне не хотелось для людей, которые пришли на бьюти-контент, снимать то, что им будет неинтересно. А поэтому я завела новый канал и сейчас снимаю именно то, что меня двигает, то, что во мне откликается. Это вот такие вот домашние видео, которые вы видите на этом канале. Домашние дела я все сделала, а теперь по магазинам. Я так давно этого ждала. Сейчас я приехала в магазин Trinity. Я не знаю, есть ли этот магазин у вас в городах. Отреагируйте в комментариях, если такие магазины у вас есть. И меня удивило, что сейчас уже начинается подготовка к Новому году. Выставили елки, выставили шарики. Я же хочу вам показать, что в этом магазине нашла золотые гвозди. Магазин Trinity – это магазин всего для дома. Здесь есть как мужские отделы со всем, что можно вообще найти для ремонта, так и более женские отделы, также отделы для кухни, для спальни, для ванных комнат. Нашла здесь просто потрясающие маленькие вазочки. Очень жалею, кстати, что не взяла, потому что сейчас на столе мне вот не хватает как раз маленькой вазочки. Также здесь часто попадаются очень красивые полотенчики для кухни, комплектами есть по 3 полотенчика, можно купить также по одному. Ну и только в этом магазине у нас в городе есть самый огромный выбор всего для кухни, для приготовления пищи, для сервировки стола. Здесь появляются очень часто разные новинки, которых нет в других магазинах. Смотрите, какое потрясающее блюдо для подачи из «Алисы в стране чудес». Также вот эта коллекция посуды, которая летом была просто на пике популярности, сейчас на скидке, скидка 50%. Уже, как я говорила, начали готовиться к Новому году, а я сюда приехала за кастрюлей. Да, я оставила все кастрюли на старой квартире, я решила их не перевозить, потому что моим кастрюлям, не поверите, больше 5, а то и 8 лет. Некоторые кастрюльки я забирала еще из родительского дома, когда переезжала в ту квартиру, обратила внимание на вот эту коллекцию, она мне очень понравилась. Но сейчас я отправляюсь в Фамилию, в принципе, сюда я и ехала, сюда мне нужно было, потому что чуть позже покажу вам, что конкретно я здесь хотела купить. Но также хочу обратить ваше внимание, что сейчас в Фамилии обновление коллекций и привезли очень много различных свечей и также диффузоров для дома. Опять в Фамилии завезли вот эти модные фужеры, бокалы, креманки. Они мне когда-то очень нравились, я за ними прям гонялась, но сейчас уже как-то немножко охладела к ним. Мне больше по душе такая более изысканная, нежная, деликатная посуда.
Также в этот раз увидела вот такие корзинки. Вы знаете, они мне очень понравились. Но, во-первых, дороговато все-таки они стоят. А во-вторых, я не знаю, куда их применить. Я даже не знаю, для чего они могут быть нужны. Обратила внимание и на кастрюльки. Вот это мне очень понравилось. Также есть такая же с белой крышкой. Очень качественные кастрюли, но посмотрите на цену. А я приехала за вот этими банками. Девочки, они мне так понравились. Я их увидела на прошлой неделе, когда мы здесь были проездом с мужем. Тогда я их не взяла и очень жалела. Теперь приехала, хотела их взять, но их осталось только две. И, к сожалению, одна из них битая. Очень жалко. Я сейчас посмотрю, если мне удастся, если получится просто заменить банку, то я, конечно же, тогда эти две баночки заберу. Также в этот раз очень много текстиля, фамилий. Также большое разнообразие всевозможных аксессуаров для ванны. Сейчас хочу вам показать кое-какие покупки для дома, кое-что купила в Фамилии и также заехала на почту и забрала свой заказ, который я ждала очень-очень долго, и вообще я за вот этой вещью очень долго гонялась. Давайте начнем именно с этого, сейчас вам покажу. Вообще меня такие вещи очень вдохновляют, я в последнее время заметила, что я фанатею от красивой посуды. Заказала я вот такой вот ковшик. Заказывала я этот ковшик на Westwing. Это сайт, на котором представлено абсолютно все разнообразие товаров для дома. И также есть там акционный клуб, так называемый. Вы можете в этот клуб вступить, и каждую неделю там обновляются разные акции, все товары, которые там представлены иностранного производства, польское, сербское, немецкое, английское и так далее, посуда, ковры, столики, табуретки, мебель, люстры, всякая домашняя вот такая утварь, мягкая, пледы, одеяло, подушки, в общем, там есть абсолютно все, но я в основном зависаю, конечно же, в разделе с посудой. Скажу честно, что все для дома, всевозможная мебель, люстры, ковры там очень дорого стоят, поэтому я в основном не захожу в те отделы, а вот посуда иногда бывают очень хорошие акции. Поэтому вот на этот бренд как раз была акция. Бренд называется вот так. Валт, это сербский бренд, и этот молочник, он эмалированный, то есть его можно ставить на газ, в нем можно подогревать молоко, в нем можно варить кашу, в нем можно, в принципе, что-то такое, знаете, небольшую порцию чего-то сварить, и мне понравилось, что он вот с таким вот носиком. Я эмалированную посуду вижу у нас везде, но вот именно такого, в таком исполнении не было нигде, поэтому я долго за ним гонялась, мне очень хотелось именно его купить, и наконец-таки я его нашла. Ну и теперь я принесла то, что в принципе я вам в видео уже показывала, когда гуляла по магазинам. Я все-таки решила взять вот эту кастрюлю. Я взяла именно тот вариант, который на 3 литра, там еще был на 1,5, на 2 и на 4. Сделано это в России, город Череповец, и это эмалированная кастрюля. Я на самом деле такие кастрюли люблю больше всего, именно вот с такими ручками, потому что есть еще с такими стальными. Но вот те кастрюли всегда очень сильно запачкиваются именно вот где зона ручки. В этом месте всегда нарастает какой-то непонятный слой, его очень сложно чистить. И я не понимаю, почему именно те кастрюли стоят намного дороже, чем эта. Она не нагревается. А та, которая вот на кастрюле, где ручки стальные, такая же стальная на крышке вот эта штучка, она всегда нагревается. И вот эти ручки нагреваются здесь, этого не происходит. Я такие кастрюли даже беру иногда без полотенца, могу взять без прихватки. В общем, по расцветке мне тоже эта кастрюлька очень понравилась. Она такая, знаете, не белая, в то же время не какая-то слишком темная. Вот эти цветочки очень красиво здесь. И мне кажется, что с моим ковшиком, кстати, достала ковшик, смотрите, оно в принципе, да, в единой такой цветовой гамме, и вот именно в такой цветовой гамме я и хочу собрать свою вот такую вот посуду. В общем, класс, я очень рада, я на самом деле как ребенок, знаете, игрушкам радуется, вот я так радуюсь всякой вот такой вот утвари. Так, дальше будет Фамилия. Я в Фамилию приехала за вот этими баночками, они были в двух вариантах размера, вот такая побольше и вот такая поменьше, и вот таких вот маленьких баночек там было две. Я хотела взять все три. Мне здесь больше всего, конечно, понравятся эти крышки. Посмотрите, какие они классные.
они просто такие какие-то душевные, такие домашние. Я еще подумала, что через какое-то время можно сделать такой а-ля апгрейд этим банкам, купить кружево, именно такое вот, которое хлопковое, как натуральное, и сделать здесь такую, как завязочку, типа с бантиком можно сделать, можно какие-то еще там, типа колокольчиков таких вот повесить. Ну, в общем, к этому я еще приду, наверное. Вот такие две красивые баночки теперь будут красоваться у меня на кухне, но, к сожалению, та вот баночка, которая со сколом, я ее не взяла, но, может быть, еще в фамилии появится. Слушайте, я забыла вам говорить про цены, не знаю, насколько вам это будет интересно. Кстати, напишите в комментариях, вот если я показываю такие вот вещи для дома, которые я покупаю, то называть ли цены? Это важно, актуально или это абсолютно ненужная информация? Ну, на всякий случай скажу. Баночки такие стоили 299 рублей, и большая, и маленькая. Маленькая, да, тоже 299. А вот этот ковшик, честно говоря, я не помню цену, но что-то в районе 1200, по-моему, рублей он стоил. Эта кастрюля там стоила 1040 рублей. Но сегодня 15% скидка на кастрюли, поэтому мне она обошлась в 884 рубля. И я уже жалею, честно говоря, что не вернулась за той маленькой, которая на 1,5 литра, потому что тогда бы мне она обошлась где-то в районе 700 рублей. В принципе, можно было бы ее взять. Может быть, я еще и съезжу. Сейчас стала убирать пакеты и поняла, что кое-что там еще есть, о чем я забыла. Во-первых, я в фамилии взяла вот такие вот приборы. Вы уже в этом видео видели, у меня половник такой же. Я его взяла, давно уже купила в фамилии. А сейчас там появились целые вот такие наборы. Ложка и вот такая вот лопатка. Также еще в таком мятном цвете. Стояла между мятой и серым, но, опять же, поняла, что серый, наверное, это такая беспроигрышная классика, которая будет всегда актуальна, всегда в моде. Больше всего мне, конечно, нравятся деревянные ручки. И также из-за деревянной ручки купила себе вот такую вот щетку. Смотрите, здесь деревянная ручка, это все пластик. Сама щетка не натуральная щетина, стоила она 279 рублей, но мне понравилось, что она достаточно жесткая, и эта щеточка будет у меня для кухни. Я буду, может быть, раковину там чистить, или если что-то нужно почистить, то, знаете, она так красиво очень выглядит. По магазинам, разобрала все свои покупки, попила уже вкусный чай, и сейчас у меня есть как раз немножко времени до того момента, пока мои все родные вернутся домой после школы, работы, садика, поэтому мне нужно быстренько все пропылесосить и протереть полы. Хочу, чтобы было свежо в доме, чисто, как после ремонта еще опускается постепенно строительная пыль, я не знаю, откуда она берется, но постоянно есть какой-то налет на полу, поэтому я пылесошу и мою практически каждый день полы. Бывает день, когда я пропущу, но это день, когда мы, например, вечером заняты, может быть, идем куда-то, кружки какие-то у детей. А также как раз позже вам покажу, у меня Ваня в этом году начал ходить на подготовку к школе. Подготовка к школе у нас прямо в детском саду,
их приходит, забирает учитель на час, и час они занимаются. И вот как раз нам вчера после занятия раздали учебники, поэтому хочу вам показать, с вами поделиться. И также мы сегодня еще идем первый раз на футбол с Ваней. Он очень хочет ходить на футбол, поэтому, конечно же, я нашла футбольную секцию недалеко как раз от нашего садика и также недалеко от нашего дома, поэтому сегодня мы пойдем туда. Девочки, первый раз. Привет, у нас сегодня первый раз в садике было занятие по подготовке к школе. Смотрите, какие нам выдали книжки. Значит, вот такой вот букварь, мой первый букварь. Также раз ступенька, два ступенька, математика для детей 5-6 лет. Но, кстати, мы ее, по-моему, не 5-6, а 4-5. Мы как раз по такой книжке с Ваней дома занимали. Она, знаете, такая очень простая в понимании. Просто родителю, даже если он не связан как-то там с образованием, то очень легко родителю объяснить, что нужно сделать. В общем, такие классные эти книжечки. Так, это наша тетрадочка. Дальше я посмотрела, кстати, что нам очень много вот такой методической именно литературы разной выдали. Мой первый букварь «Начинаем читать с нуля». Это я сразу убрала, потому что я поняла, что это продолжение, и надо, наверное, смотреть их вместе. Как я уже говорила, нам учебники выдаются на целый год, поэтому, наверное, они начнут вот прям с нуля, а потом уже будут продолжать чтение. Такие две книжки, они достаточно толстые, большие. И здесь еще есть, смотрите, в каждой книжечке есть наклейки. Тоже ребенку очень интересно. Вообще сейчас, конечно, вот эти все книжки очень яркие, красочные. Ребенку интересно заниматься, и даже дома любой родитель может объяснить ребенку, как и что делать. Не всегда, конечно, есть на это время, честно говоря, но в любом случае книжки к этому тоже приспособлены. Учусь писать цифры. Такая, кстати, тоненькая тетрадочка именно по постановке руки к письму. И мы уже тоже такие делали задания. Мы в фикс-прайсе, я в фикс-прайсе покупала такие специальные книжечки, которые можно было писать и потом стирать. Ваня у меня немножечко позанимался, но вообще он как мальчик у меня не сильно усидчивый. И дальше вот такие вот еще занятия, 30 занятий для успешного развития ребенка. Здесь уже такие черно-белые эти книжечки. И, это, наверное, две части, да. Да, здесь две части. Вот первая часть и вторая часть. Тоненькие книжечки, но они также на целый год. Поэтому, наверное, в первое полугодие будет первая часть, потом вторая часть. В общем, весь вот этот комплект книжек, за исключением тетрадки, тетрадку сами покупали, весь комплект книжек стоит 1250. Я считаю, что это, честно говоря, дорого, потому что, ну да, может быть, вот эти книжки, буквари дорогие, а вот эти вот не очень дорогие вообще книжечки, вот эти так вообще дешевые, мне кажется, они там что-то в районе 30-38 рублей стоят. Вот, и вот эти вот, то есть, по сути, можно было бы такие книжки купить самим, а не платить им. Но я не стала предлагать, потому что начинаем заниматься, и хочу, чтобы уже все было спокойно, как бы и для меня, и для ребенка. Им выдали, все, они начнут заниматься. Все, сейчас складываю все в его портфель. Он такой у меня важный, конечно, ходит с портфелем. И в этом портфеле... И нам сказали, что на следующем уроке уже будут давать даже домашние задания. То есть дома с ребенком халявы, в общем, не будет. Дома с ребенком тоже придется заниматься. Ваня сегодня на первой тренировке по футболу. Кстати, не волновался вообще. Забежал сразу к детям. Ну, тренер ему сразу дал мячик свой. И вон он там, самый маленький, в желтой курточке. Вот, все, тренируется. Может и понравится. Так. Решили отдать на футбол, чтобы он сбрасывал энергию, потому что он у нас очень энергичный пацан. You say, take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me.